Полы чистые. Протрём. Там мы и заедем. Давай, байк. Сюда. Все проверили. Ну, короче, не показывает скорость она. И, блядь, пиздец какой-то. И вот здесь потеряно два болта. Раз болт, два болта потеряно. Сейчас мы раскрутим. Посмотрим, датчик вот здесь стоит на скорость. Посмотрим вообще, что с ним. Батарейками думали, может, батарейка сделала, может, еще что-то. Вот, смотри. Скорость не показывает. Калории тоже стоят. Не знаю, может, ты подскажешь, может, мы где-то не подключили что-то, я не знаю. Нажимаю резет, да. Дистанция не скидывается. Видишь, я держу. Ничего не скидывается. Ну, реально. Да, конечно. Делаем сейчас с Димоном дорожку вудвейвскую. Диман пока раскручивает. А я переношу туда блины. Ставим здесь грифы, аккуратненько в раму ставим. Короче, суть в следующем. Значит, у нас дорожку привезли. Вот, и не показывает она у нас скорость, калории и дистанцию. Сейчас мы ее разберем и посмотрим, что с полотном у нас. Давайте я покажу. Дорожка стоит, ребят, 600 штук. Вот это. В чем прикол? Вот здесь датчик стоит, как коленвал, да? То же самое, вот он так крутится. Здесь все считывается, и отсюда элементарная. Вообще работа элементарная, да, у него? Да. Просто. И отсюда все идет, провод идет вот здесь проходит, да, и заходит вот тут. Все, сейчас мы... Что думаешь, с той стороны нужно разобрать? Сейчас посмотрим, сейчас мы ее разберем и натянем. Где натяжитель у нас? Ну вот, да? А, ну да, вот он. Вообще ее нужно ослабить, значит, получается. Жень, смотри, закончили, значит, мы все делать. Полностью все разобрали. Смотри, в чем дело было. Это у других тоже такие могут быть проблемы, если что там скажешь, что сделать. Вот этот провод, не знаю, может при сборке или не при сборке, кто собирал, он шел за вот этой хуйней здесь. Я не знаю, может заводской. Видишь? Он был приплюснутый вот здесь. Посмотри внимательно. И давал на массу давал. Просто видно, когда мы, может, его везли, так как мы за ручку везли, до конца уже дотерли его в этом месте, посмотри. И все, и теперь все работает, короче.